Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на неделечку с 4 по 10 марта. Неделька необычная, точнее праздничная. Вот. И связана с нами, девочками. Поэтому, лапочки мои, поздравляю вас от всего сердца с этим днем, с этим праздником. Желаю вам, конечно же, обязательно любви, обязательно благополучия, обязательно здоровья, это вообще святое. И вообще, пусть у вас все будет хорошо. Да будет так, да будет так. Ну, а я начну. Сразу же хочу напомнить, мои лапоньки, что это общий расклад. Поэтому, если будут выпадать какие-то карты, которые вам не нравятся, пожалуйста, не берите это близко к сердцу. Угу. Ну, ладно. Фон недели. То есть, как вы будете ощущать события, которые будут у вас происходить на этой неделе? Ну, выпал паж чаш. О чем здесь может нам говорить карта? Она говорит о том, что будет ощущение что-то найти. Ну, найти, возможно, это связано с какой-то идеей, да, с выходом из какой-то ситуации. Может быть, найти какого-то человека, может быть, найти какую-то информацию. Вот так от моей лапочки. Ладно, а что у нас с событиями? Давайте смотреть. Так, пятерка чаш. Туз чаш. Ну, эмоциональненько, кстати говоря. И король чаш. Ну, вообще, друзья мои, одни кубки, вы посмотрите. Ну, что сказать? Что сказать? Тут может быть все, что хочешь, потому что наши эмоции, они связаны могут и как с положительными событиями, так и не очень, да? Согласны? Да, в любом случае вас что-то будет волновать. Ну, если по порядочку вот начать, да, три карты, три события. Первая у нас пятерка чаш. Это, как вы уже поняли по картиночке, это поиск выхода. Это зов о помощи. Кстати, не обязательно вы можете эту помощь просить. Возможно, вас. Вы будете окажетесь в такой ситуации, когда вас будут просить об этой помощи. То есть некая ситуация, которая не оставит вас равнодушным и заставит предпринимать какие-то действия. Да. Так что, ну, что тут можно, если вот для примера, ну, учитывая, что это кубки, ну, хотя, знаете, это может касаться и денег, это может и касаться и любви, и бог знает еще чего, от чего нас может колбасить, скажем так, вот. Ну, возможно, кто-то у вас действительно позвонит вам и скажет, слушай, нужно вот срочно встретиться, вот, ну, помоги, вот, надо вот то-то, то-то сделать, да. Вот вам, пожалуйста, одна ситуация. Может кто-то обратиться за помощью поплакаться. Вот, ну, на сердце тяжело, давай это самое, встретимся, там это самое, и я тебе все расскажу, попрошу у тебя совета, но вот нужен край твой совет, вот, пожалуйста. Это же самое можете и вы сделать, понимаете? Это можете и вы сделать. Поэтому тут что-то вот так вот однозначно говорит, что это все плохо-плохо. Нет, ни в коем случае. Тем более у нас тут туз чаш рядышком. Да. Намекает на то, что не исключено какое-то мероприятие, да, праздник. Это может быть связано с рождением ребенка. Это может быть связано с рождением идеи, творческой идеи. Это может быть связано с чем-то таким новым в вашей жизни, когда
когда это действительно выходит за рамки, когда это бывает не каждый день, когда это затрагивает так сильно вашу душу, что вот просто накрывает цунами эмоций. Поэтому, да, это может быть и новость, кстати, о птичках. Вполне. Получение какой-то информации. Это может быть и предложение руки и сердца. Это может быть предложение новой работы. Это может быть, да, тот же и подарок, в принципе, да. Главное, что это событие не просто не оставляет вас равнодушным, а вот сильно резонирует. Не исключено, что это вот идет от этого персонажа. Король чаш у нас, видите, тут в вашу сторону смотрит. Да, может, от этого короля поступит все, что хочешь. Но в данном случае, друзья мои, скорее всего, это в плюс. Это приглашение посидеть, выпить. Это приглашение на свидание. Это приглашение на работу. Это предложение, как бы выразиться, своего покровительства, да, своей любви, своей дружбы, своей заботы. Вот. Поэтому вообще интересные какие-то карты, вы понимаете, они вот именно больше говорят об эмоциях, а не как таковом событии. Событие может быть любое. Ну, в принципе, основные аспекты этих событий я вам озвучила, а там уже вы все разные, вас много, поэтому там уже будет у каждого все индивидуально. Но вот что-то мне хочется еще одну карту выложить, разбавить эту эмоциональную волну. Сейчас посмотрим, что выпадет. Ага, король мечей. Ну, это уже практично, это уже, друзья. Ну, опять персона, вы видите? Опять персонаж. Ну, о чем он может говорить? Что будут ситуации, которые заставят вас о чем-то задуматься. Вот. Будут ситуации, когда вам понадобится чья-то консультация, юридическая консультация, допустим, консультация любого специалиста. Да даже, знаете, попросить совета, не просто, вот знаете, как вот здесь король, допустим, чаш, да, совет дружеский, а здесь больше совет предметный, да, совет, который для вас очень нужен, очень важен, и он может повлиять на какой-то процесс. Вот как-то так, мои хорошие. Прошу за голос. Вот, приходится много говорить. Итак, теперь давайте посмотрим, что вам будет помогать, или кто вам будет помогать, какая удача вас ожидает. Правосудие. Ну вот видите, как раз то, что я тут уже озвучила, да, что юридическая консультация, юридическая помощь, вот, возможно, оформление каких-то документов. И здесь, в принципе, действительно карта показывает решение какого-то серьезного вопроса. Этот вопрос может касаться заключения договоров, это может быть касаться каких-то соглашений, может касаться брачных отношений, вполне, мои хорошие, каких-то спорных моментов. Но учитывая, что здесь у нас позиция положительная, вот, то в данном случае у вас все будет получаться. У вас все будет идти так, как вы наметили. Не будет никаких препятствий, не будет никаких препон. Вот. Поэтому можно только, как говорится, порадоваться. Но, тем не менее, расслабляться не стоит. Понимаете, расслабляться не стоит. Не исключено, что вот эти все эмоции сильные, они могут быть связаны с решением вот этой задачи. Этого, ну, для кого-то проблема, для кого-то просто задача какая-то цель. Так, а что будет мешать? Давайте смотреть. Карта суд. Ну, для кого-то это придется что-то начать сначала. Да. Выбрать другой путь, другой вариант. Для кого-то это что-то обновить. Информацию, допустим, обновить, да, или, ну, я не знаю, что-то другое.
может даже платье обновить, да, хотели пойти в одном наряде, но тут, ну, это на бытовом таком уровне. Подумали, сказали, нет, старье мы выкидываем и покупаем себе новое платье. Это может быть, друзья мои, возвращение вашего бывшего. Или, ну, в данном случае это не айс, конечно, да, вот, для вас это своего рода проблема. Проблема в том, чтобы дать понять человеку, что общего у вас уже не будет. Это может быть звонок с прошлой работы. Это может быть звонок по какому-то спорному вопросу. Может быть даже связанный с судебными какими-то делами. Вполне. То есть да, проблема и трудность какая-то, ее надо будет решить. Вот как-то так, мои хорошие. Ну, вот, знаете, не хочется уж слишком здесь наводить негатив, токсичность, что ли. Поэтому хочу сказать, что любое обновление, да, любые изменения, они не случайны. Не случайны. Я убеждалась в этом, кстати говоря, не один раз, когда что-то вот такое случалось, и для меня это была трагедия, но через некоторое время, даже, знаете, через несколько лет, я пришла к выводу, что слава Богу, что так оно произошло. Честно вам говорю. Так что не делайте скоропалительных выводов, и тем более не огорчайте себя. Итак, совет оракула затмения. Собачка. Друг, соратник. Ну, о чем речь? Для кого-то завести вот такого друга. Купить собачку. Может быть, котеночка, тут уж вот любое животное имеется в виду. Завести друга или обратить внимание на кого-то, с кем вы давно не разговаривали, с кем давно не общались. А может, человек вас ждет, понимаете, думает, что все, он вам не интересен или она вам не интересна. Поэтому не забывайте о друзьях. Да. Не забывайте о близких людях, которые вам дороги, и которым вы тоже дороги. Позванивайте иногда. Ну, лучше, конечно, встречаться по мере возможности. Ну, а там, как говорится, Бог положит. Можно черкнуть пару строк, тем более у нас сейчас интернет. Ну что, лапочки, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи, благополучия и всего, чего вы пожелаете. И до новых встреч!